Как давно вы знакомы с Лечетом Андреем Сергеевичем? Так, ну, тут как бы две составляющие, наверное, можно выделить, может даже три. Первое. В 1995 году я закончил службу в вооруженных силах и стал на учет в Ангарское местное отделение КПРФ. Вот с того момента я стал пересекаться фактически с Андреем Сергеевичем. Он тогда был еще мальчишкой и со своим отцом бывал на тех мероприятиях, таких как демонстрация 1 мая, демонстрация там, и митинг 7 ноября. Так, сейчас прикину, это ему, наверное, 13 лет было тогда. Но это, в то время это он как бы с отцом просто был. Более так, я его узнал как уже человека, шагнувшего сознательно в какие-то общественные дела. Это с 2001 года были выборы губернатора. И так, сейчас посчитаю, 19 лет было Андрею Сергеевичу в то время. Он сам пришел и своих друзей, студентов привел, и они на общественных началах участвовали в том, что делала в рамках предвыборной кампании Ангарское местное отделение КПРФ. Ну, как бы, на мой взгляд, это было очень достойно и заслуживало уважения. Ну, могу продолжить еще. Вот что интересно, он бы мог, наверное, тут же взять, написать заявление в партию, но не написал, я так понимал это, я уже был одним из членов горкома в то время, и я так понимаю, что он не написал не потому, что там опасался чего-то, какую-то выгоду смотрел, он сначала в наших глазах хотел состояться, а потом уже такие шаги делать. Вот, ну... В дальнейшем он, сейчас скажу, в 2012 году вступил в партию уже зрелым человеком, 30-летним мужчиной, и сразу себя, ну, как бы показал достойно, и в 2016 году он уже был избран одним из секретарей Ангарского местного отделения КПРФ. Я в то время был первым секретарем, и он был, ну, одним из моих помощников. В дальнейшем получалось так, что по партийной линии я был для него руководителем по ангарской организации, он для меня был руководителем, когда мы уже вместе были в законодательном собрании, как руководитель фракции. Вот порой вот такое вот получалось хитросплетение. Ну и что еще могу сказать, что бывало, ну, как сказать, и я, и он, мы люди достаточно самостоятельные, иногда мнения не совпадали, но тем не менее, в итоге никогда это не перерастало в какую-то конфронтацию, хотя с другой стороны, ну, я думаю, что никто не заподозрит меня в том, что я пришел тут из каких-то, ну, как бы, подхалимских, что ли, побуждений по отношению к его отцу, который возглавляет Иркутское областное отделение КПРФ. Если вы, ну, как бы, изучите, какие там у нас взаимоотношения, то вы поймете, что я, все, что я говорю, это самостоятельная моя осознанная позиция. Ну, я многое мог бы еще пояснить. Продолжать? Да, я вас просто сейчас, наверное, уточню. Вот вы упомянули, значит, что Андрей Сергеевич был избран депутатом законодательного собрания. В целом, расскажите, суду, кем работал Андрей Сергеевич после его задержания, из того, что вам известно? Так, ну, во-первых, как он занимался общественным, как депутат? Он не сразу был избран депутатом законодательного собрания. Он был в Ангарске, был такой момент, был избран депутатом Ангарской городской думы. И вот в этом отношении мне вспоминается один интересный случай.
Я в Ангарске некоторое время, достаточно долго, около 10 лет работал в сфере образования, в том числе был директором школы, в том числе был там и в профсоюзе работников образования, и когда необходимо было, был председателем сачкома. В общем, меня ангарские учителя очень хорошо знали. Я иду по улице, меня останавливает незнакомая женщина. Она, оказывается, учительница 10-й школы. Вот то, что я сейчас говорю, Андрей Сергеевич, наверное, не знает и не слышал, и я с ней не делился. Так вот, эта женщина, учительница из 10-й школы, начинает меня расспрашивать о наших городских выборах, и она сама коснулась, что у нас есть вот кандидат в депутаты. Он тогда еще не стал депутатом. Кандидат в депутаты Андрей Сергеевич Левченко. И она мне объясняет, что у этого молодого человека очень хорошая нравственная основа, и что она с удовольствием за него проголосует. Вот. Ну вот он был депутатом городским и себя отлично там показал, как умел разобраться в любой ситуации. Позже, в 2018 году, мы вместе баллотировались в законодательное собрание Иркутской области. И здесь Андрей Сергеевич был выбран руководителем фракции. Кстати, когда были выборы руководителя фракции, мы были с ним, соперниками. Он был предложен секретариатом обкома, а себя предложил я лично. Вот было два кандидата на руководителя фракции. В дальнейшем мы вместе работали в совете фракции, это руководящий орган. Ну, он был председатель фракции КПРФ в законодательном собрании. Ну, здесь специфические какие-то моменты можно суду доложить. Допустим, как проходили. Была ситуация, когда в Тулуне, там, и в том районе, вообще в Тулуне, в Чунском районе, было наводнение в Нижнеудинске. Он и как законотворец в этот момент очень хорошо себя показал, он предлагал к разработке идеи, которые становились законопроектами фракции, которые мы вносили для того, чтобы принести пользу людям, которые там жили. Он организовывал выезды на место депутатских групп для того, чтобы мы лучше понимали, что за ситуация, что там и как происходит, и чтобы более осознанно действовали. Это с одной стороны, а с другой стороны, чтобы люди видели, что они не брошены, что ими, что их судьбой, их проблемами занимаются. Поэтому это тоже стоит достаточно многого. Вот. Ну, что еще хотел бы сказать. Наверное, это заслуживает внимания. В 2018 году, когда сформировалась наша фракция, вот не было такой практики, чтобы у КПРФ в ЗАГС Собрании Иркутской области была такая большая фракция. 18 человек нас первично было избрано. Так вот, в этом отношении нужно отметить, что такая фракция была избрана в силу того, что в 2018 году проходила реформа. Реформа откровенно антинародная, пенсионная. Все это знают, что это против народа России реформа шла. И мы, коммунисты, выступили резко против. И вот характерно, что от Ангарска в ЗАГС Собрание было избрано как никогда много депутатов, 7 человек. Из них 6 человек КПРФ, 1 человек ЛДПР и ни одного человека от правящей партии, проводившей реформу. Так вот, там в это время в Ангарске, почему от Ангарска такая группа избрана? Потому что там были наиболее массовые, активные, осознанные действия против этой реформы. Люди это оценили и избрали и Андрея Сергеевича, и меня
в ЗАГС собрание, но при этом я хотел бы сказать, что мы двое возглавляли вот те дела все афганские. Почему? Я как первый секретарь горкома, а он как руководитель избирательного штаба. Приходилось и такие мероприятия проводить, которые ну, совершенно необоснованно признавались ну, как бы противозаконными. Хотя противозаконные действия были как раз с обратной стороны, когда нам все запрещали, что только можно было. Ну, я, допустим, скажу, что по Ангарску более 200 уведомлений местного горкома было не удовлетворено местной администрацией. Нам везде ставили, что не согласовано, нельзя, нельзя, нельзя. Ну, я думаю, что вот то, что имело место в Ангарске, к сожалению, сегодня откликается и против Андрея Сергеевича. Я вижу, что ну, как бы мера пресечения совершенно несообразная тому, что требуется. Человек уже, сука, уже скоро два года за решеткой находится. Ну, я еще раз повторюсь, на мой взгляд, это несообразно. Тем более, ну вот у меня есть практика такая, я выступал с одним видеообращением резким против власти, против ныне действующего президента, которое 800 тысяч посещений собрало за неделю. И там я говорил, что в России коррупционера каждый гражданин знает в лицо, по фамилии, по имени, отчеству. Вот я, например, знаю ангарских коррупционеров, которые на свободе, вина которых вообще, ну, как бы многократно превосходит, если что-то есть у Андрея Сергеевича, какие-то ошибки, то вина тех людей превосходит, ну, просто несоизмеримо. Но люди на свободе, все нормально, а человек вот задержан и, ну, может быть, первую неделю это в какой-то степени имело смысл, что вот он на кого-то повлияет, но вот по прошествии такого периода, это уже совершенно, ну, как бы очевидно, что здесь работает не право, здесь работает политика, политический заказ, я думаю. Это ваше мнение, защитник. Да, это мое мнение. Сергей Алексеевич, вот, вам что-либо известно об участии Андрея Сергеевича в таком, скажем так, общественном проекте, как создание народного предприятия «Ангарские строители»? Значит, ну, наша партия КПРФ является основоположниками нескольких известных на всю страну народных предприятий, и в Иркутской области есть такое предприятие, Усольский свинокомплекс. И вот была задумка создать народное предприятие в строительной отрасли, и Андрей Сергеевич, как профессиональный строитель, как раз эту инициативу пробовал реализовать. Ну, я не буду судить, почему это до конца не получилось, но он в помещении Ангарского местного отделения КПРФ в горкоме два или три раза, я присутствовал дважды точно, когда приглашались ангарские строители, которые, ну, как бы проявляли заинтересованность, с ними беседы были, обсуждались варианты создания народного предприятия, которое бы занималось ремонтом, капитальным ремонтом многоквартирных домов. Ну, я свидетельствую, что да, такая инициатива была, и в ней ведущим был Андрей Сергеевич. Вам известно, Андрей Сергеевич где работал до своего задержания? Значит, в Ангарске есть предприятие с очень интересной историей, «Сталь-конструкция». Ну вот последние годы он работал генеральным директором как раз вот этого закрытого акционерного общества, насколько я помню, ЗАО «Сталь-конструкция». Ну, если
об истории этого предприятия, то оно интересно тем, что оно занимается и промышленным строительством, и обыкновенным жилищным. Потом, наверное, все помнят, такую структуру была у нас здесь БВК. Потом БВК слилась там с Теле-2 и так далее. Но вот первоначально Иркутская область покрылась сетью вышек БВК. Вот эти все до одной вышки были поставлены Сталь-конструкцией, и отчасти к этому имел отношение и Андрей Сергеевич, хотя, ну, проект по тем же вышкам этих сотовой связи, он начался еще до того, как он стал генеральным директором. На счету этого предприятия и ангарские торговые некоторые предприятия, такие как вот магазин «Мега», фестиваль, на их счету, вот я, заканчивая службу, служил в Шелихове, там была авария на кабельном заводе в Кускамик. Вот ликвидацию последствий и строительство, там строительные работы тоже проводила Сталь-конструкция. Их след есть и в нефтехимической компании ангарской. То есть это такое предприятие, которое не то, что там кто-то открыл ларек и пиццей торгует. Нет, тут серьезное, мощное предприятие. Да, еще что хочу сказать. Вот это предприятие, оно интересно тем, что социальная направленность у них всегда была. Они дольше других не сдавали свой детский сад. Ну, вы знаете, когда-то у всех предприятий, ну, не у всех, у многих, у серьезных предприятий были и садики, и дома ведомственные, и так далее. Вот это относится и к Сталь-конструкции. Еще что интересно. Ну, это помощь нам была, вот чтобы люди могли слово правды прочитать. Многие годы Сталь-конструкция все библиотеки ангарские подписывала на газеты, которые не хотела выписывать туда власть. Такие газеты, как «Советская Россия», «Правда», «Приангарье». Вот благодаря вот такой вот помощи этого предприятия каждый ангарчанин мог прийти в библиотеку и узнать слово правды. Сергей Сергеевич, что вам известно о создании совместного лифтового предприятия между Республикой Беларусь и Иркутской областью? Вот, причины, обстоятельства создания, если вам какие-то известны, можете все спросить. Так, ну, я думаю, что правильно начать ответ на этот вопрос с истории того, насколько предприятие, специализированное предприятие по ремонту и замене лифтов было необходимо. Есть в Ангарске такая девятиэтажка с именем собственным, ее называют «Пластина». Здоровенная девятиэтажка, как развернутая книга, на перекрестке улиц Космонавтов и Ленинградского проспекта. Вот она стоит развернутая. Там более десятка, может, около полутора десятков подъездов. И одно время в одном из помещений этого здания находился Ангарский горком КПРФ. Так вот, в нулевые годы мы там все места не находили, мы не знали, куда деваться. Потому что каждый день жители этого дома приходили к нам и говорили: ну вы ж помогите, в конце концов, у нас лифт опять не работает. Мне какая-нибудь пожилая женщина говорила: мне трудно подниматься на девятый этаж каждый день пешком. Сделайте коммунисты что-нибудь. Вот. И никто за создание специализированного предприятия по ремонту лифтов в Ангарске не брался. Вот, наверное, это было сложно, это было трудно. Но местная власть уходила от этого. Вот пусть частный бизнес это решает. Ну, поэтому, видим, может быть, по этой причине нашлись люди, которые как-то
ну, может, близки где-нибудь к старой конструкции были, не знаю, я об этом судить не берусь, но то, что такое предприятие появилось, это было крайне необходимо. Вам такая организация, как ООО «Звезда», известна? Ну, я знаю, что ООО «Звезда», да, существовала, работала и как раз взяла на себя вот эту вот функцию ремонта и замены лифтов в Ангарске. Скажите, пожалуйста, что вам известно об участии Левченко Андрея Сергеевича в деятельности компании «Звезда»? Ну, я не знаю, может быть, он как профессионал-строитель, может, советы им какие-то давал по их деятельности. Но я не знаком с тем, чтобы он лично входил в состав этого предприятия. Скажите, вот в плане депутатской работы, практики, как часто депутаты, скажем так, работают с какими-либо предприятиями, выполняя свои депутатские полномочия? Такая практика существует? Но оказание какого-либо содействия, реализация каких-то проектов, решение каких-то проблем, вопросов деятельности? Ну вот я приведу два примера из своей практики. Ну это практика и фракции КПРФ, которой руководитель, он как был, так и остается председателем фракции. Так вот, ну вот приведу пример. В Ангарске есть автопредприятие «Автоколонна 1948». В депутатскую группу «Ангарск», которую я возглавляю, обратился руководитель «Автоколонны 1948» Шарков Сергей Валерьевич. Попросил, чтобы мы организовали, ну, дали возможность ему донести до депутатского корпуса определенную информацию. Ну, мы такие шаги навстречу сделали. Было выездная работа комитета по собственности и экономической политики, посетили это предприятие благодаря нам, потом посещал замгубернатора. Это вот начиналось с того, что предприятие обратилось, мы помогли. Сейчас вот в Ангарске начаты действия по объединению, по реорганизации трех организаций здравоохранения. Также они обратились к депутатам, мы тоже их не оставили вниманием своим и активно с ними работаем. Это нормальная практика, когда и граждане обращаются индивидуально, граждане обращаются группами, а порой обращаются руководители. В том числе, допустим, по той же медицине, вот я в составе комитета по здравоохранению и социальной защите, ко мне обращаются, ну, например, перинатальный центр ангарский, и рассказывают, что по СанПину должны быть там индивидуальные залы родовые. А в нарушение СанПина в Ангарском перинатальном центре это не реализовано, что для этого нужно финансирование. Предъявили, что уже организация сама сумела сделать и чем нужно помочь. Ну, вплоть до того, что мы, как бы, это не лоббирование, я бы не стал это называть лоббированием, а это нормальная, здравая деятельность, когда какой-то организации, какому-то предприятию оказывают поддержку, в том числе, если оно государственное, если оно с бюджетом связано, чтобы бюджет был соответствующий. Ясно, спасибо. Последний вопрос, заключительный. Как в целом можете охарактеризовать Андрея Сергеевича Ильича? Ну, я уже отчасти его охарактеризовал. Ну, во-первых, хочу обратить внимание на то, что у него есть мировоззрение и есть идеологический стержень. И он вот этому своему мировоззрению не изменяет. За это я его, как, может, в чем-то как старший товарищ, в чем-то как просто товарищ, я его за это уважаю. Значит,
Еще что, вот я привел пример, что учительница, которая когда-то его знала по его учебе в 10-й школе, вот она даже посчитала необходимым меня на улице просто остановить и рассказать, что у этого молодого человека, в то время молодого, ну и сейчас он молодой достаточно, вот здоровая, хорошая нравственная основа. Вот. Ну и еще я отметил бы высокую работоспособность, еще отметил бы, что интеллектуальный уровень серьезный, и он готов в любые проблемы, в любые вопросы вникать, и вникать именно, ну как бы сказать, квалифицированно. Ну, еще что отметил бы, на мой взгляд, я в этом уверен, что он вот в своей деятельности в первую очередь руководствуется не желанием извлечь какую-то личную выгоду, а для него важно, чтобы это было для всего общества полезно. И вот как бы делая что-то для всего общества, он и сам реализуется в этом. Ясно, спасибо. Спасибо. У меня вопросов больше нет. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Еще раз. Вы можете более подробно несколько рассказать о 2018 году, когда вот эти работы в городе Ангарске, в том числе и велись компании «Звезда» по замене лифта, там была такая довольно долгая история противостояния по крайней мере, нескольким домам, где компании не давали работать практически, да, вот, были там многочисленные публикации, направленные на дискредитацию деятельности, я бы так сказал, вот этой ангарской компании. И мы с вами и с Шевченко, с Ланой Петровной в этом немного участвовали, да, вот, и принимали участие вы, насколько я помню, в собраниях даже там с жильцами в тех домах, где работало это предприятие. Но чтобы не я говорил, а вот вы что помните, можете рассказать по этому поводу? И какую позицию там я занимал, и была ли эта позиция моя отдельная или общая вместе с вами? Ну, вот по этому вопросу, я думаю, правильно и нужно сказать, опираясь на то, что я уже раньше говорил, что в Ангарске была огромная необходимость в том, чтобы предприятие по ремонту лифтов существовало и действовало. Также я сказал, что местная власть ничего не сделала для того, чтобы такое предприятие существовало, и для того, чтобы лифты в Ангарске ремонтировались и заменялись. Просто вот ничего и все. И вдруг такое предприятие появилось. И вот здесь, в социуме, через средства массовой информации, через интернет стали появляться публикации, стала появляться информация, порочащая это предприятие. И, все было шито белыми нитками, было видно, кто этим занимается, кому это надо. Но это надо было нашим политическим противникам в Ангарске. Это был своего рода политический заказ. И доходило до того, что нужна подпись представителя какой-то управляющей компании, подпись в каких-то документах, согласования ангарской местной администрации. И ничего этого не появлялось своевременно, вот по моей информации, какой я владею, своевременно эти вопросы не решались. И этим тормозилась работа по проведению ремонта лифтов в домах. Естественно, что
люди были недовольны, они требовали, ну надо, когда они уже закончат, надо быстрее. Ну вот был такой случай, что было совместно организовано местной ангарской администрацией и нашими оппонентами в законодательном собрании выезд в Ангарск группы депутатов ЗАГС Собрания во главе с Соколом. Ну, я бы об этом человеке тоже много чего мог сказать. Ну, наверное, не очень позитивного. Так вот, я узнал, что такой выезд будет. Узнал, какой дом. Это дом, во главе дома есть там такая девятиэтажка, магазин «Олимпиада». Это по улице Чайковского. Я туда прибыл. Я увидел, что собрали огромное количество работников местной администрации. Вот где они были, когда люди требовали, ремонтируйте лифты. Вот когда затормозить все, а потом обличить того, кто реально это делает, кто занимается. Вот они нашлись. До этого их никого не было. Огромное количество приехало представителей областного законодательного собрания, были депутаты Ангарской, Думы Ангарского городского округа, и собрали еще и жителей недовольных. Жители, ну, на мой взгляд, достаточно как бы готовили заранее, что вы же должны обличать звезду, что она там не работает. Ну, ну что тут скажешь? Ну, политический заказ там был. И были искусственные помехи в работе предприятия. Я в этом уверен. Документально я это доказать не могу, потому что у меня допуска к документам, там, которые должны были пройти и через звезду, и через различные органы власти, через ту же ангарскую администрацию, через управляющие компании. У меня этих документов никогда не было. Но, ну, как бы, общаясь с самыми разными людьми, я с этим сталкивался. Такую информацию я получал. Вы можете расценивать это как мнение. Еще вопросы есть? Нет, спасибо. У остальных подсудимых вопросы есть? Нет, свидетелей. У остальных защитников вопросы есть? Нет, нет.